Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев, и на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами добиваем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать проект в соцсетях, то подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений» ВКонтакте, Телеграме, Фейсбуке и Твиттере. Сегодня мы с вами примем участие в двух очень хороших аирдропах. Получим порядка 50 долларов США, если не учитывать то, что еще можно заработать, приглашая друзей. Ну а прежде чем начать, хотел вам напомнить, что у меня существует еще телеграм-канал «Заработок без вложений». На этом канале я выкладываю те аирдропы, на которые я не могу сделать видеоролики в силу нехватки времени. Поэтому обязательно на него подпишитесь, чтобы зарабатывать больше. Ну а сделать это очень легко, так как под каждым видеороликом, если нажмем на «Еще», можно найти ссылочку и подписаться. А кому удобно будет ту же информацию отслеживать ВКонтакте или в Фейсбуке, тоже эти ссылочки есть здесь. Ну а теперь к нашим проектам. Проект Borderless Mobile Finance связан с мобильным приложением, с переводами. Airdrop проходит через Telegram-бот, поэтому проходите по ссылочке и попадаем вот на такую страничку. Проект предлагает получить нам 19,5 долларов, то есть 1500 монет PNG за действие в социальных сетях, а также 250 монет, то есть 3,25 доллара за приглашение друга. Нажимаем «Запустить». Нам дается 5 попыток, чтобы доказать, что мы человек, а не робот. Вводим цифру на картиночке и нажимаем «Отправить». И приступаем к выполнению заданий. И за каждое будем определенное количество токенов получать. Переходим в Telegram-группу, присоединяемся, возвращаемся обратно. Далее нужно перейти в Twitter этого проекта, нажимаем. И далее нам нужно ретвитнуть вот этот закрепленный твит. Ну давайте это и сделаем. Нажимаем «Лайкнем», «Мне нравится». И вот сюда «Ретвитнуть». Нажимаем «Ретвитнуть». И возвращаемся обратно к боту. Теперь нажимаем на третью кнопочку и пройдем регистрацию на сайте. Переходим. Вводим электронную почту и нажимаем на эту кнопку. Далее вводим имя, фамилию. Выбираем мобильное устройство, которое у нас есть. Я выбираю iPhone. Пишем пол, возраст. Здесь выбираем первую строчку under 20,000. Сюда вставляем страну. Здесь указываем номер телефона. Здесь нас спрашивают, хотите ли вы купить токены этой компании. Ну, давайте ответим, что нет. Ну и, соответственно, сумма у нас будет никакая, но... Сюда вставляем имя пользователя в Телеграме и нажимаем «Soonbit». И нас благодарят за регистрацию и говорят, что в скором времени на нашу электронную почту придет подтверждение об участии нас в бета-программе. Переходим обратно к боту. И в четвертом пункте нам нужно будет перейти в Facebook и сделать репост прикрепленного поста. Нажимаем. Переходим. Нажимаем на пальчик вверх. Автоматически подписка у нас оформлена, загорелась синим. Опускаемся чуть пониже, видим, что вот это прикрепленный пост. И значит, давайте сделаем лайк этого поста и поделимся. Нажимаем «Поделиться». «Поделиться сейчас» доступно всем. Это опубликовано в вашей хронике. Возвращаемся обратно к боту. И теперь нам нужно подписаться на новостной чат. Нажимаем. Нажимаем «Подписаться». Можно отключить уведомления. Возвращаемся обратно. И последним действием, чтобы заработать 500 токенов, нам нужно перейти опять в Twitter этого проекта и ретвитнуть, я так понимаю, тоже первый пост. Нажимаем, переходим. Ну и как уже делали, нажимаем «Читать», опускаемся чуть пониже, нажимаем на сердечко и делаем ретвит. Ретвитнуть. И возвращаемся обратно. И нажимаем «Submit today». Сюда введем адрес электронной почты, которую мы только что использовали при регистрации, и отправляем. Далее бот нас просит ввести Twitter ID, что мы и делаем. Отправить. Здесь нас спрашивают, зарегистрировались ли мы в данном приложении. Нажимаем Yes. Если кто-то не зарегистрировался, нажмите Skip the task. Здесь нас спрашивают, сделали мы репост прикрепленного поста. Если да, то мы вводим сюда ссылочку на наш профиль в Facebook и отправляем. Здесь нас спрашивают, вступили ли мы в новостной канал. Нажимаем Yes. Здесь спрашивают, ретвит мы сделали или нет, тоже нажимаем Yes. Просят вставить кошелечек My Ether Wallet, вставляем и отправляем. И далее мы видим нашу реферальную ссылку. За каждого приглашенного друга, еще раз повторю, можно получить 250 токенов. Давайте проверим наш баланс. И видим, что 1500 токенов у нас на счету. Следующий airdrop мы проходим от сингапурской криптовалютной биржи.
биржа Bluebelt предлагает за простую регистрацию 30 токенов BBXC стоимостью в $27. А также дополнительно за приглашение друга мы можем получить 20 токенов, то есть $18. Нажимаем на вторую ссылочку и попадаем на такую страничку. Здесь заполняем имя, отчество, фамилию, дату рождения, электронную почту, пароль, а также повторяем пароль. Пароль должен состоять по минимуму из 8 символов, заглавной и прописной буквы, а также номер и специальный какой-то символ. Пишем национальность, страну проживания, проходим капчу, соглашаемся с условиями и нажимаем «Register». Здесь мы видим, что нас просят подтвердить нашу регистрацию на электронной почте, поэтому проходим на электронную почту и активируем свой аккаунт. Аккаунт активирован, теперь нам нужно залогиниться. Вводим электронную почту, пароль, проходим капчу и нажимаем «Войти». И попадаем в дашбот. Здесь мы можем пройти двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта. Также можем сделать быстрый обмен валюты, поменять, к примеру, доллары на биткоины. Также участвовать в торгах. Но пока мы не прошли процедуру «Know your customer», «Знай своего клиента», не заверифицировались, эта услуга нам недоступна. Ну а также здесь доступна маржинальная торговля. Ну и вот здесь кошелечек, куда придут нам токены BBXC через 3 дня после 11 июня, так как как раз airdrop заканчивается. Ну и давайте нажмем на свой профиль, выберем аккаунт и нажмем Verification. Пройдем Know Your Customer. Первым делом подтвердим свой телефон. Нажимаем вот сюда, вводим номер телефона и нажимаем Send. Вводим код, который пришел нам по SMS, и нажимаем Send Code. И видим, что появилась галочка, мы верифицировались. Далее ко второй табличке нажимаем «Verify now». Прописываем сюда свой город, в это поле «Индекс», и нажимаем галочку, что наш адрес совпадает с местом прописки. Если у кого-то прописка различна, то заполните снизу прописку свою. Единственное, у меня почему-то здесь стал Афганистан, исправляем на Российскую Федерацию. И вот здесь я увидел свободное поле, звездочка, значит обязательно заполнить это место своего рождения. Заполняем и нажимаем «Submit». Ну и видим, что наша информация на проверке. Теперь переходим к последнему пункту. Загружаем наши документы. Нажимаем и загружаем наши документы. Сюда необходимо загрузить лицевую сторону паспорта или прав. В это окошечко паспорт в закрытом виде. Далее, вот в это поле загружаете счет. Можно на электричество, на газ, на воду, на телевидение. Ну, какое угодно, где подтверждается ваше место прописки. Либо банковскую выписку можно заказать в Сбербанк онлайн. И в это поле можно загрузить какой-то телефонный счет, либо временный вид на жительство, налог на имущество, государственную регистрацию, страховой полис, неистекший договор аренды квартиры с печатью и подписью, ну и так далее. Я думаю, в принципе, там особо смотреть не будут. Ну и этот документ не должен быть старше 3 месяцев. И последнее, загружаем вот сюда свое селфи с паспортом, либо с правами в руках, и с бумажкой, где будет написано слово «Bluebelt», дата сегодняшняя, когда вы делаете фото, а также ваша подпись. Загружаем сюда свое селфи и нажимаем «Submit». Ну и видим, что это окошечко у нас тоже стало на подтверждение. Теперь ждем подтверждения двух вот этих верификаций. Ну и к нам на кошелечек. Я, по-моему, сказал 11 июня. Нет, 11 июля. Через 3 дня после 11 июля придут токены BBXC. И не забывайте приглашать друзей. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, а также на канал в Телеграме, где очень много дополнительных проектов. Ну и принимайте участие в аирдропах на главной страничке моего канала. Здесь очень много действующих. Даже такой старый аирдроп, который мы проходили с вами месяц назад, PlanerScape, от всеми знакомой биржи LaToken, закончится только через месяц. Ну и самой большой благодарностью от вас будут ваши лайки и комментарии. И на все ваши вопросы я обязательно отвечу. До следующих проектов. Пока-пока.